Алексей Макрушин, технический директор информационного агентства «Сусанин». Закончил Ижевский государственный технический университет по специальности роботы и робототехнические системы, а также как переводчик с немецкого языка в сфере профессиональных коммуникаций. В детстве хотел быть пожарным, космонавтом или инженером, как папа. Женат, растит сына и дочь. Когда у тебя появилась эта вот ехидная, высокомерная улыбка ко всему миру, в том числе и ко мне, и в первую очередь ко мне, ты сразу стал вот так вот к миру относиться? Нет, но я, наверное, как все айтишники, в общем-то. Ты знаешь, я сначала думал, что... Ты сначала был нормальным человеком, потом стал айтишником. Сначала я хотел быть программистом. Меня все называли программистом, потому что у нас все были программистами, кто так или иначе связан с компьютером. Даже если они умеют просто на клавиатуре просто работать каким-то образом. Я решил, что раз все меня называют программистом, надо быть. Но в целом у меня мама ориентировала на то, чтобы стать программистом. Она говорит, это будущее. Я внял и, в общем-то, стал стремиться к тому, чтобы ближе быть к технике. Но не получилось быть программистом сразу же. И сейчас ты не программист? Я считаю, что я не программист. А кто ты сейчас? Это хороший вопрос. Но я думаю, что я... Вот и самоопределись, потому что вот для человека, для того, чтобы нормально жить, надо определиться. Ты определись. Я тот человек, который... стремится быть хорошим техническим директором. То есть... Человек, который стремится быть хорошим техническим директором. Да, это человек, который и понимает и в технике, и в менеджменте одновременно. Что для тебя Сусанин? Ты жену встретил на Сусанине? Нет, понимаешь, у меня много событий произошло во время Сусанина вообще, в принципе. Во время Сусанина? Во время Сусанина. То есть у меня Сусанин — это такая подложка, бэкграунд. Поначалу Сусанин для меня был стартапом таким интересным. То есть я сейчас узнал, что слово стартап, да, тогда это было просто интересно. Это то, что ты любишь делать, и ты можешь это делать ночью, днем, утром, будучи где-то в другом месте. Ты думаешь об этом. Без денег, надо заметить, кстати. Совершенно было. Денег ведь не было. И ты делаешь... Пусть криво, косо, там, с всякими палками, но, тем не менее, запускаешь сайт, и он, как тебе кажется, является уже твоим творением, и, собственно, ты им живешь уже практически. То есть это моя жизнь практически, можно так сказать. Сусанин — это твоя жизнь. Сейчас, даже, да. То есть я не могу отключиться, чтобы не проверить, что там с сайтом, например. Даже в отпуске? Даже в отпуске. Нет, я пытаюсь, на самом деле, но у нас же сейчас больше средств связи, они не отпускают. Социальные сети, какое имеют значение для тебя? Социальные сети? Ну, сейчас я могу сказать, что оно важное, исходя из того, как я ими пользуюсь. А пользуюсь я ими активно достаточно. Но сами соцсети для меня, вот сами по себе, они не так важны, как то, как средства, они для меня выступают средством. То есть, значит, когда я стал более активен в соцсетях, я, конечно, ставил своей целью через себя в дальнейшем продвигать, опять же, тот же Сусанин. Как это не парадоксально. Все, что так или иначе связано с чем-то, каким-то технологией, все пытаюсь сделать так, чтобы это было полезно Сусанину. Это нельзя объять необъятное, я понимаю, да, и иногда это получается не совсем системно, но так или иначе с думами об этом. Мне это очень важно и интересно понять. Метафизическое значение интернета. Я ведь не могу, я же не философ. Я не как мой двоюродный брат, он бы тебе сейчас объяснил. А так, я думаю, что это просто среда. Это новая платформа для жизни, что называется. И где ты больше? В новой или старой платформе? Сейчас мне хочется иногда быть больше в старой. Кататься на лыжах? Но приходится быть в новой.
Ну, видимо, это с возрастом приходит. Это как вот родители, например, уезжают в каком-то возрасте, им кажется, что вот земля, присадебный участок, да, какой-то, картошка преснопамятная, и все с этим связано. Это то, что им нравится, да? И ты не понимаешь это. То есть ты все свое детство ты не понимаешь это. А теперь тебя потянуло к картошке? Нет, я еще не закончил. Это все лишь как сравнение. На самом деле нет, все еще я задаю себе внутри вопрос, а я готов ли я вот так вот же жить, например, не в городе, там, не вне событий, да, больших каких-то. Нет, пока нет, меня не потянуло, но я считаю, что сейчас с возрастом приходит понимание, что иногда лучше отключаться от, что называется, интернета, да, от виртуального. От виртуальной жизни быть в реальной жизни. Ну, это проще и, может быть, просто устаешь со временем. Много у тебя друзей? Нет, я думаю, немного. Ну, в Фейсбуке, наверное, 5000. Ну, вот, опять же, ведь социальные сети, они внедряют понятие «друзья» для того, чтобы ты мог легче с этими людьми общаться, а на самом деле ведь не все друзья являются друзьями. Ну, девальвация слова. Соцсети привели к девальвации слова. Понятия. Понятий, слова. Да. Потому что слово «друг» теперь ассоциируется с человеком... Знакомым. Незнакомым даже мне из Фейсбука. Не, зачем? Ты можешь с ним знаком, именно исходя из его мыслей, которые ты прочел. А ты часто от друзей отписываешься? Нет. От тебя? Не часто. От тебя? А я не слежу за этим. Я просто иногда можешь узнавать об этом случайно совершенно. То есть, что, когда... Если друг оказался вдруг? Когда, ну... Не друг и не враг, а так? Да, если... Сначала кажется, что это несправедливо. Ну, это обычная стадия принятия там, да, вот это все. Ну, надо просто на некоторые вещи легче смотреть. Может быть, человек-то отписался от тебя, потому что ты был где-то неправ. Ты неправ. Да. А может быть, ты бываешь неправ. Конечно. Все не верят почему-то этому и думают, что сама цель моей жизни – это быть всегда правым. Но быть всегда правым – это очень тяжело. Во-первых, это нужно все много знать. А во-вторых, уметь донести эти знания. А в-третьих, еще и настоять на этом. А это все тяжело, потому что люди тоже не любят себя не чувствовать неправыми, они сопротивляются этому. У детей ты отнимаешь гаджеты? Это сложный вопрос. Ну, бывает, что отбираю. Вот отобрать гаджет – это примерно как выпороть ребенка? Со временем-то это так и становится, то есть по ощущениям. Но я думаю… Вот чтобы ты бил… Нет, ну, бить – это вообще, конечно… Хотя такие мысли вообще нельзя высказывать. У нас же сейчас все общество стремится к тому, что практически… к шведизации, или как там, где детей нельзя, не то, что ювенальные бить, ювенальные юстиции, что не то, что нельзя говорить бить, то, что говорить даже об этом нельзя. Думать об этом нельзя. Но мы же помним все наше воспитание, например, да, и это, когда ты говоришь ребенку, что все, время твое закончилось, иди займись что-нибудь другим, почитай книжку, например, да, это просто как привет из прошлого, да, то есть, когда ты когда тоже, например, появляются какие-то приставки или компьютеры, и когда ты начинаешь им увлекаться, родители что, тоже сам говорят, иди погуляй, нечего тебе тут. И ты копируешь это просто манеру поведения и говоришь, что думаешь, что если ребенок не будет в гаджете сидеть, то он займется чем-то полезным, а то, что он сидит в гаджете, это не полезно. Хотя, с другой стороны, сейчас, если воспитывать детей вообще вне гаджетов, там, компьютеров и информационного поля, то, мне кажется, со временем он может отставать от сверстников, а личный успех ребенка тоже важно. А личный успех без знаний... Тебя пороли в детстве? Ну, пару раз-то бывало. Бывало, да. Кто, папа, мама? Да папа в основном. Папа, да. За что? Но это было не порка, это было такое очень обидное, как бы, это, такая шлепок какой-нибудь. Да как за какую-нибудь провинность. Да. Не знаю, там... Вот мозг так устроен, что ты не помнишь, я вот не помню, честно говоря, вот негативных моментов. Ты занимаешься воспитанием детей? Стараюсь. Или только твоя жена? Нет, я стараюсь заниматься воспитанием детей.
стараешься, и чему ты их воспитываешь, чему ты их учишь? Ну, мы с ними разговариваем. Хотя жена не всегда верит, что я с ними разговариваю много. Ну, ты при ней разговаривай тогда. Или давай какое-то подтверждение аудио-видеозаписи. Да я думаю, что зачем. Мне, то есть, я считаю, что нам ничего не нужно доказывать. То есть, если я считаю, что я все-таки принимаю участие, то я принимаю участие. Если ты считаешь, что я не принимаю участие, ну, помогай мне и принимай тоже участие. Ты говоришь, не философ, а так-то ты это. Не, это так. Философ. Это ерунда. Твоя дочь выбрала профессию айтишник. Да. Например. Неужели? Например. Она пока учителем говорила, что хочет стать. Учителем? Она хотела стать воспитательницей в детском саду. Сейчас она пошла в школу, теперь учителем. Медсестрой. Учителем. Пока вроде все остановилось. А сын кем хочет стать? Он что-то с роботами. С роботами, да. Как папа. Роботостроителем. Роботостроителем. Да. Мы спросили, а хочешь полететь в космос? Нет, пока не хочу, сказал он. Ну, пока же не хочет. Да. А ты хочешь полететь в космос? Я думаю, что мы все когда-нибудь улетим в космос. Да мы и сейчас в космосе. Наша планета в космосе. Ну, мы как-то оторвемся, возможно, когда-нибудь. Нет, я не хочу. Алексей Михайлович, вот... Побеседовал с тобой, хотел тебя узнать. Не узнал. Так и не узнал. А ты для меня загадка. Спасибо тебе за загадку. Ну, то есть ты хочешь себе просто оставить время на отгадывание еще? Ну, у меня должна быть цель в жизни. Ну, я думаю, что у меня цель в жизни — ты. Да ладно. Исследование тебя. Кофе-то был вкусный? Кофе, да. Мне понравилось.